Всем привет, с вами Давилыч. Сегодня на обзоре SSD от бренда Hikvision. Это моделька G4000 на 2 терабайта, или точнее 2048 гигабайт. Кстати, данный SSD можно купить по хорошей, привлекательной цене, ссылочку оставлю под этим видео. Все больше и больше сегодня становится различных моделей различных SSD, и сегодня будем разговаривать про бренд Hikvision. Кстати, всю сумму на покупку данного SSD мы собрали в группе ВКонтакте, этот SSD уже разыгран и после обзора поедет к своему победителю. Что касается начинки данного SSD, она нигде не указана, но мы с вами уже на анбоксинге после отклеивания вот этого вот мягонького радиатора, я не знаю, термопрокладки, мы увидели, что здесь у нас Maxeon MAP1602 и чипы памяти от UMTC. И сегодня на такой начинке производится просто огромная масса SSD накопителей с AliExpress, то есть те самые китайские SSD по очень привлекательной цене. Hikvision бренд у нас тоже китайский, и сам он, конечно же, SSD не производит. Ну и вот, пожалуйста, серия G4000, посмотрим, на что же она у нас способна. Это у нас, конечно же, PCIe 4.0 SSD накопитель, это у нас, конечно же, безбуферный SSD накопитель, ну а чипы здесь должны быть TLC все-таки. Ну и что касается гарантии, в России он продается официально нормально, просто где-то гарантия 3 года, а где-то гарантия даже 5 лет, так что если соберетесь данный SSD покупать, то обратите на это внимание. Что касается заявленных скоростей, 7450 мегабайт в секунду на чтение, 6750 мегабайт в секунду на запись. И блин, а когда это произошло? Когда безбуферники стали такими быстрыми, такими высокопроизводительными? Да, обязательно проверим все на тестах, посмотрим действительно что да как, но все же. Ну и помимо гарантии, да, я уже сказал 3,5 лет, здесь у нас ресурс 3600 терабайт, а вот это вызывает большие сомнения. Делим на 2, 1800 терабайт для терабайтника, это, блин, что это за зверь такой? Но я бы не стал, конечно, этому доверять, но раз уж заявлено, то почему бы и нет. Отдельного внимания заслуживает стикер, который вот здесь вот у нас приклеен. Сегодня, друзья, все SSD, масса SSD, большинство SSD вставляются вот таким вот образом, и разъем установки у нас находится с правой стороны, а следовательно надпись здесь у нас будет вниз головой. И вот это в первую очередь отличает китайские SSD от брендовых SSD. Во всех брендовых SSD накопителях давным-давно у нас стикеры приклеены правильно. Если у вас нет радиатора на материнской плате, то вы будете любоваться нормальной надписью. Здесь же, если вы поставите это без радиатора, а мы, кстати, проверим, как SSD ведет себя вот с этой вот, я не знаю даже, чем это называть, короче, с этой наклейкой, вы будете любоваться с надписью Hikvision вниз головой. Благо, все это дело можно отклеить, переклеить и сделать красиво. Давайте все-таки переходить к тестам, потому что самое интересное будет прямо сейчас. SSD накопитель Hikvision G4000 объемом 2048 гигабайт установлен. Давайте перейдем в управление дисками для инициализации нашего нового SSD. Вот он, создаем простой том NTFS, ждем завершения форматирования, все мгновенно, все быстро. Чистый объем 1907,71 гигабайт, что касается операционной системы, 1,86 терабайта. Что ж, закрываем все ненужное, запускаем Crystal Disk Info. И смотрим, смарт-параметров немного, обычное, стандартное количество, хосты чтения записи по нолям, 2 включения, 0 часов работы, перед нами абсолютно новый SSD, 41 градус сейчас под комплектным радиатором от переходника, в PCI-Express разъем. Для контроля за температурой запустим CPU ID Hardware Monitor, где будем все отслеживать. Давайте все поднимем кверху, наш SSD оставим. Супер, ну и так как мы с вами уже видели, что здесь у нас контроллер от Maxeon, это MAP1602, давайте с вами это подтвердим. Да, контроллер у нас MAP1602, и да, это у нас UMTC чипы памяти. К сожалению, сколькислойный у нас здесь не указано. Закрываем. Открываем AIDU64, посмотрим, есть ли в базе наш SSD, что, конечно же, маловероятно, но все-таки, и у нас все зависло.
Все зависло, а значит, надо перезагружаться. В итоге перезагрузились. Давайте заново запускать все наши утилиты. Видимо, утилита Вадима Очкина каким-то образом влияет и блокирует SSD. Ну да ладно, это не страшно. Перезагрузились, точнее выключили ПК и включили заново. Все у нас стало снова в рабочем состоянии. Отлично, запускаем AIDU 64. И давайте посмотрим, что же у нас будет сначала по хранению данных, есть ли в базе наш SSD. Вендор Maxio у нас определяется, остальное, к сожалению, нет. Смотрим на температурные датчики, сколько же у нас их здесь. Датчика у нас здесь два, причем 41-25 градусов. Вау, интересно. Ну и пора перейти к обкатке нашего SSD накопителя. Это у нас тест линейной записи на всем объеме. Запускаем и ждем результат. Ну что, тест у нас завершен. Получаем, в принципе, типичный график для безбуферных SSD. Где-то 10% у нас на максимальной скорости. Есть какие-то провалы. Потом скорость снижается до достаточно хорошей отметочки. Это, я думаю, где-то порядка 2,6 гигабайта в секунду. Ну и после 80% заполнения скорость у нас снижается еще сильнее. Что-то там под конец начинает рыпаться, колебаться. Ладно. Это все знакомо, это все мы видели. Давайте смотреть, что же в итоге у нас по тестам. Кстати, температура у нас SSD была максимум 43 градуса, и вот это вызывает вопросы. Что-то здесь либо не то, либо SSD достаточно холодный. Что касается Crystal Disk Mark. При заявленных 7450 на чтение, 6750 на запись, скорости чуть-чуть не дотягивают, но будем считать их подтвержденными. Пофиг. А вот случайное 4К чтение 89 мегабайт в секунду на безбуфернике. Вот это действительно круто, вот это действительно зачет. Ну и конечно же почти 10 тысяч баллов VS SSD Benchmark. Это тоже великолепный результат для безбуферника. Как и скорости на мелкоблочке. 80 на чтение, 111 на запись. Офигеть. Офигеть. В 3D Mark у нас практически 4000 баллов. Тоже, кто бы мог подумать, если сравнить Samsung 990 Pro на 2 терабайта с радиатором, который недавно был на обзоре, там в 3D Mark SSD набрал 3788. Здесь больше. Офигеть. Ну и давайте посмотрим, что же у нас в итоге на PC Mark 10. Так, быстрый тест 3641 балл, 3607 на полном тесте. Результаты хорошие, да, не самые лучшие, достойные, но все же. Вот, кстати, можем сравнить 990 прошку, где, конечно же, все гораздо интереснее. Ну и давайте сворачивать все наши синтетические тесты. Показываю операции до вывода, кому это будет интересно. И давайте переходить к заполнению нашего SSD. Будем, как обычно, копировать папочку Render с другого PCIe 4.0 накопителя Samsung PM9.1 и смотрим, что же у нас по скорости реальной записи. 3,7, 3,8, там практически 3,9 у нас было. Что ж, очень-очень хороший результат. Но давайте продолжим заполнять наш SSD. Кстати, дождемся первого снижения скорости. Первой ступени, которую мы видели с вами на тесте AIDU 64. Пока все супер. Пока все очень быстро. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Надо скопировать вторую папочку. И вот у нас скоро она должна снизиться. Скоро должна снизиться скорость. Так, а у нас все так же. Все так. А, 10% это же у нас 200 гигабайт. Так что ждем завершения записи второй папки, где мы с вами сможем увидеть снижение скорости после первой ступени. Так, пока все у нас хорошо. Отлично. Вторая папка залетела. Вообще претензий никаких нет. Но давайте запишем с вами третью папку и дождемся. Вот, вот, друзья. Скорость у нас потихонечку пошла вниз. И, блин, после заполнения SLC-кэша скорость снизилась всего лишь до 2,2 гигабайта в секунду. 2,5 гигабайта в секунду. Блин, ну вот это прямо очень хороший результат. Что ж, продолжаем заполнять SSD, а вот здесь-то уже не так все интересно под конец. Давайте-ка мы
Посмотрим, что же у нас будет на записи четвертой папки. Ну, я думаю, можно. Можно потихоньку наш SSD заполнять до полного заполнения, чтобы потом посмотреть, как он ведет себя. Четвертая, пятая, шестая. А на шестой и седьмой папке скорости у нас вернулись к максимальным значениям. Восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая. На записи 12 папки у нас есть снижение скорости до 800 мегабайт в секунду. Так, если мы посмотрим на IDU64, здесь у нас датчики показывают температуру невысокую. И вот непонятно, тротлинг это у нас или нет. С другой стороны, у нас здоровенный радиатор сверху. Так что вот оно, поведение нашего SSD накопителя, где скорость снижается до 800 мегабайт в секунду. 12-е, 13-е, 14-е, 15-е. К концу записи 16-й папки у нас был провал до 400 мегабайт в секунду. 17-е. А вот и к концу записи последней 18-й папки у нас начинаются колебания, где скорость от 800 поднимается до 1,2 гигабайта в секунду. Что ж, интересно. Интересно было посмотреть, что же у нас на тесте реальной записи всего объема. Ну а мы с вами давайте запустим тест Crystal Disk Mark. Посмотрим, что у нас будет в цифрах. Без оптимизации, без паузы. После записи такого большого объема данных. Тесты у нас подходят к концу. И вот здесь результат, который я лично не ожидал. Если мы с вами посмотрим, то у нас скорости остались линейны на примерно том же самом уровне. И вот это вот очень интересный результат. И даже случайная 4К снизилась, но незначительно. И вот здесь прямо я, если честно, в шоке. Давайте заново сейчас запустим тест случайного 4К чтения. Посмотрим, вернутся ли у нас скорости при перетесте. Потому что все остальное прямо очень-очень хорошо и красиво. Прямо не докопаться. Ну и скорости у нас, грубо говоря, возвращаются к прежним значениям. Очень интересный результат. Очень интересный SSD. Что ж, давайте сделаем тесты на платформе AMD. Ну и, конечно же, посмотрим, что же у нас по тротлингу, как сильно наш SSD, наш контроллер нагревается. Ну что, теперь SSD у нас стоит без какого-либо радиатора, со своей тоненькой пластинкой, приклеенной производителем. Ну и 15 минут у нас без каких-либо нагрузок данный SSD простоял. Что мы с вами сейчас можем увидеть? 42 градуса, 41 было в минимуме, и датчики 42 и 36 градусов. Давайте запустим Auto Disk Benchmark, посмотрим, что будет к концу этого теста. К концу теста у нас 45 градусов по первому датчику, 61 градус по второму датчику. SSD у нас потихонечку начинает разогреваться, но тротлинга пока здесь у нас не видно. А это значит, давайте переходить к тесту на реальную скорость записи. Для этого будем копировать папочку Render и наблюдать за SSD дальше. Что же у нас в итоге будет? Первая папочка, конечно же, великолепный результат. 64 градуса по второму датчику. Смотрим, продолжаем, наблюдаем. 62 уже. Интересно, что будет дальше. Первая, вторая. На третьей папке у нас произошло снижение скорости из-за заполнения SLC кэша. Температура на втором датчике уже 72 градуса. Продолжаем. Четвертая, пятая. В конце записи шестой папки уже 80 градусов. Температура колеблется. Седьмая. Восьмая, девятая. Ну и к концу записи 10-й папки дальше я не вижу смысла наш SSD заполнять и его мучить. 45 на первом датчике, 78 на втором. Максимум на втором датчике было 80 градусов. В любом случае SSD работает даже вот в таком вот бешеном режиме. Без какого-либо радиатора, со своей гибкой наклейкой, прокладкой, радиатором. Да как угодно можно это назвать. Что ж, я думаю, можно подводить итоги. Итак, тесты сделаны, причем сделаны не под радиатором здоровенным от переходника и без него. И результаты, друзья, тротлинга с вами мы не увидели. И вот даже вот это вот непонятно что со своей задачей в принципе справляются. Потому что при записи 1 терабайта на этот SSD у нас не было каких-то провалов из-за тротлинга. Это очень интересно.
Но, друзья, еще интереснее, конечно же, результаты, которые мы получили на тестах. Для начала давайте разберем тесты реальной записи. Да, у нас здесь есть SLC кэш, который примерно 10-11%, это 220 гигабайт, где у нас максимальная скорость, как на SSD с DRAM кэшем, 3,7 гигабайта в секунду. После чего скорость снижается и колеблется в районе 2,2-2,5 гигабайта в секунду. А здесь даже SSD с DRAM кэшем, как правило, не показывают такие цифры. И ты такой, блин, а вот это интересно. Смотрим дальше. Да, потом есть снижение до 800, но оно очень далеко. Оно очень поздно, это непрерывно. Нужно записывать очень большой объем данных. И ты такой, нифига себе. А когда это безбуферники стали такими крутыми? Стали в чем-то даже обходить SSD с DRAM кэшем? И ничего себе! Что же касается синтетических тестов, то, конечно же, все было протестировано на двух платформах. На Intel у нас линейные скорости вроде как чтение чуть пониже, чем на AMD. Случайное 4К у нас, конечно же, на Intel повыше. И оно уровнее SSD с DRAM кэшем. Опять же, ты такой, оба-на, нифига себе. Да, тесты SSD Benchmark все-таки расставляет все точки над «и». Intel у нас значение повыше, чем на AMD. И да, здесь у нас, конечно же, не уровень топовых PCIe 4.0 SSD накопителей, но все равно уровень высокий. И что касается мелкооболочки в ATO Disk Benchmark, то опять же на Intel великолепный результат, на AMD-шечке пониже. Ну а в игровом бенчмарке 3D Mark данный SSD ведет себя как Samsung 990 Pro. Вот так сюрприз, вот так результат. Ну а на PC Mark 10, да, все-таки результат у нас ниже топовых SSD, но все равно на достойном высоком уровне. Неважно, полный тест или быстрый тест, здесь претензий нет. И вот подводя итоги по данному SSD, блин, неужели безбуферники захватывают мир SSD? Неужели безбуферники доросли до уровня топовых SSD с DRAM кэшем, показывают примерно такие же результаты, в чем-то даже и лучше, но при этом дешевле, как правило, еще и раза в два. И вот здесь начинаешь задумываться, а что же будет дальше? И будем с вами, конечно же, за этим наблюдать. SSD очень интересный. Начинка, понятное дело, известная на многих SSD, она встречается. И у меня на обзорах еще много раз, я думаю, она встретится. Ну и будем тестировать, проверять и смотреть. Неужели сегодня приходит тот момент, когда нет смысла покупать SSD с DRAM кэшем, когда безбуферники даже при полном заполнении, практически полном заполнении, показывают высокую производительность. Да, Максио за это, конечно же, респект, ну и производителю чипа памяти UMTC тоже. Кстати, я бы все-таки с данным SSD использовал радиатор, пофиг, что он вот с этой вот наклейкой показывает себя более-менее. Лучше поставьте от греха подальше, чтобы было все стабильно, быстро, ну и как минимум долговечно. Ну а у меня на этом все. Обязательно ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в группу ВКонтакте, не забываем про сайт про SSD и увидимся на новых обзорах. Пока-пока! Ну а для тех, кто до сих пор не знает, сколько же стоит этот интересный PCIe 4.0 SSD накопитель, ссылочку оставил под этим видео.